Приветствую всех, кто смотрит это видео. По просьбе подписчиков разобрал еще одну песню группы Алиса. Еще просили создать такой же звук, как у них. Это оказалось невозможно, потому что там что-то звучит подобное, как гитаре Ovation, это на которых играет Эл Ди Меола, с таким хрустящим звуком. Я собрал такой звук, примерно подобный, но чтоб играть на электрогитаре. Но кому это не интересно, сразу перематывайте на разбор. У нас в Amplitube есть примочка, имитирующая акустическую гитару. Давайте рассмотрим пресет. Первое, в цепочке стоит вот этот акустик-симулятор. Находится это здесь, в этой папке. Вот, акустик сим. Здесь этот параметр по умолчанию, здесь влево. Здесь 3.85, параметр А, бас пятерка, высокий пятерка, подмешивание микс 8%. Амп выбрал я вот такой, находится это вот здесь, вот он. Здесь гейн на максимум, бас... Средние, высокие. Высокие 5.5. Мастер на 8. Остальное по умолчанию. Кабинет какой был. Родной, я так думаю. Ничего не менял здесь. В реке повесил вот такой вот цифровой ревербератор. Находится это здесь. Дилей реверб. Вот он. Здесь микс 16.9%. Колор, видимо, все это по умолчанию. Повторение 3,99 секунд. Все, вот такой пресет. Давайте теперь смотреть разбор. Берется вот такой аккорд. Мизинец, потом безымянный. Вот этот палец на четвертую струну, этот на третью. И бьется снизу перебор от первой струны до четвертой. Меняются пальцы вот на этот аккорд. Здесь берем третья струна шестой лад, вторая струна открытая и пятый лад первая струна. И начинается со второй струны. На третью. И первая струна. Потом переходим. Четвертая струна. Четвертый лад. Вторая струна. Третий лад. Начинается с третьей струны открытой. Потом бьем четвертую. Потом бьем вторую струну. И первая открытая. И указательный палец на третьей струне, второй лад. Потом аккорд переносится сюда. Два пальца. На второй лад, это вторая и третья струна. С первой струны вверх перебор. Три струны. Отпускается вторая струна, открытая. И первая открытая. И просто аккорд. Теперь давайте разберем аккорды. Куплет. Здесь три аккорда. Смотри, как ветры са... Вот такой вот аккорд. Си минор 7. Зажимается пятая струна, девятый лад и седьмой лад. Четыре струны. Седьмой лад, шестая струна.
Второй аккорд идет вот такой. Подбирают стаи. Пятая струна. Пятый лад. Пятый лад, четвертая струна. Потом третья струна, четвертый лад. И первая струна, третий лад. А вторая струна открытая. Подбирают стаи. И третий аккорд, просто перемещаем этот аккорд сюда. Вторая струна открыта. На два лада перемещаем выше. Самых усталых. И постоянно кружится это все. Припев такой же, точно так же, но добавляется после ля ми мажор. На слово весна, где тянут весна, идет такой аккорд си минор. Потом вот этот палец перемещаем на первую струну. Вот такой диссонанс должен быть. Весна. Обычный си минор, БМ. Потом один палец ставим на первую струну, третий лад. Потом. Весна. Давайте рассмотрим соло. Седьмой лад, четвертая струна. Девятый лад, четвертая струна. И еще один звук. Девятый лад, четвертая струна. Вторая струна, седьмой лад. Потом девятый лад, третья струна. Потом седьмой лад, третья струна. Потом девятый лад и шестой лад. Третья струна. Потом вторая струна, седьмой лад. И третья струна, девятый лад. Такое вот. Третья струна, седьмой лад, шестой лад, девятый лад, четвертая струна и седьмой лад, четвертая струна. Вот так. И сначала начинается. Потом вот здесь, десятый лад, бэнд. Бэнд на тон, то есть вот до 12-го. И потом переходим на третью струну. И вот такой, вот такая фишка с бэндом. Подтягиваем третью струну. Отпускаем. И переходим на с девятого лада на седьмой лад. И еще одна подтяжка. Получается на тон.
Давайте рассмотрим следующую часть. Она начинается так же. Добавляется первая струна, седьмой лад. С таким глиссом. С подъездом. Дальше идет бенд. Двенадцатый лад. На тон. И 12-й лад, 2-я струна. И 10-й лад, 2-я струна. Потом идет на 7-м ладу. Вторая и первая струна. Потом первая струна на 9-м ладу и на 10-м. И такой форшлаг. Возвращается на 7-й лад. Берем 2-ю струну. 10-й лад. 7-й лад, 2-я струна. 7-й лад, 1-я струна. 2-я струна, 7-й лад. Еще один звук. Потом бенд на 10-м ладу, 2-я струна. Еще и такой с вибрато как бы. На 9-м ладу 3-я струна, маленький бенд, тоже на тон. И все. Кому интересна эта тема, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, кто не подписан еще. Предлагайте свои идеи, рекомендации, все рассмотрим. Всем пока, до новых видео.